Сотни мальчишек и девчонок хотят связать судьбу со службой в армии и полиции. Такой шанс им дает детская полицейская академия под патронажем МВД по Чувашской республике. Уже с первого курса они себя чувствуют настоящими защитниками Отечества и принимают присягу. Торжественная церемония прошла для 62 первокурсников детской полицейской академии. В ней приняли участие представители МВД республики, общественного совета при министерстве. Заместитель министра внутренних дел по Чувашской республике Леонид Вакс отметил, что за 12 лет существования академии многие ее выпускники выбрали службу в органах внутренних дел и выразил надежду, что эта традиция не прервется. На протяжении всей вашей учебы, занятий МВД будет рядом с вами. Спецподразделения «Гром» проводят занятия, дают свой опыт, но я надеюсь, какие-то жизненные принципы, которые помогут вам в дальнейшем. Юноармейцы не только приняли присягу, но и получили первые погоны. Завершилось мероприятие показательными выступлениями старшекурсников и барабанщиц Академии.